Всем большой привет! Ко мне сегодня приехала долгожданная посылочка от Makeup Revolution. Ну, у них сейчас Revolution вроде как называется сайт. Небольшая посылочка с двумя палетками теней. У них очень хорошие скидки были. Возможно, и сейчас есть, я не знаю точно, но за полцены я приобрела эти палеточки. Не смогла пройти мимо, просто очень-очень захотелось. Давайте открывать скорее коробочку, долго не буду затягивать видео. Как приятно. Какая красота. Как обычно, они здесь вкладыши ставят. Вот про эту тушь, помните, я вам показывала недавно во влоге. Она очень популярна у них. И вот мои палеточки, девочки. Как классно упаковали, очень нравится. Немножко пошуршу. И обе палетки у меня от iHeartRevolution, вот из этой линеечки. Сейчас будем делать все свотчи, девочки. Значит, первое это iHeartRevolution The Nutty List, я так понимаю. И другой Wishes and Dreams. О, какая красота, посмотрите вы на это. Так, начнем с какой? Давайте со светлой начнем, потому что, мне кажется, здесь более темные оттенки. Да, вот сзади даже нарисовано. Вот такие вот цвета должны быть. На самом деле, я думала, что немножко другие оттенки здесь будут. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ой, какая красота. А я не принесла ножик. Секунду. Сразу же обе палетки разрезала, чтобы... На этом не затягивать время. Та-дам! В принципе, так же и выглядит, как упаковочка вот эта, поэтому я ее буду выбрасывать. Останется только палеточка. Посмотрите вы на эту красоту. Давайте покажу вам. Чайничек. Свечки здесь. Ой, прелестная палетка. Сейчас открою и вам покажу. Неожиданно. Не ожидала такие оттенки на самом деле. А посмотрите, сейчас я вам покажу. Вот такие вот достаточно яркие цвета. Обратите внимание вы на вот эту вот пленочку, как красиво они сделали здесь одуванчики. Представляете? Так. Я не думала, что здесь будет такая розоватая гамма, и мне чем-то напоминает на розовую палетку Jeffree Star последнюю. Но мне здесь очень понравились вот эти вот красные и такой шоколадный, наверное, оттенок. Вот такие вот цвета. Сейчас все сводчи сделаем, девочки. Такое ощущение, что здесь как будто бы пальчиком кто-то залез. Я сейчас совсем не дотрагивалась. Странно. Ну ладно. Начнем. Давайте с верхнего ряда. О! Ох! Ничего себе пигментация. Что-то как-то прям не ожидала я. Так. Надеюсь, фокус не будет пропадать. Так. На пальчик лучше набирался, чем сводч передается. Неплохо. Вот этот вот цвет чуть-чуть слабоватенький, он неплохо набирается, видите, на пальчик, но почему-то передается не очень на руку. Первые три оттенка. Тинт будет оставаться, смотрите. Какой розовый тинт. Вот этот очень красивый оттенок с блесточками. Он шиммерный, мне кажется, будет. Здесь много, кстати. Здесь больше преобладает шиммер, нежели матовый. Почему-то мне на картинке показалось, что здесь матового достаточно много бы должно было бы быть. Такой вот розовенький.
Если честно, немножко я разочарована, потому что я не особо прям люблю на своих глазках розовые оттенки. Вот. Ну, конечно, все зависит от самого розового цвета, потому что они с различными подтонами бывают. Надеюсь, надеюсь, эти оттенки будут нормальными. Ой. Почему-то мне эта палетка на сайте казалась более, знаете, в... Ой! Смотрите, я слишком надавила. Какой кремовый оттенок вообще просто, девочки. Это как будто кремовые тени. Смотрите, как набралось. На сайте мне показалось, что эти тени больше вот с преобладанием персикового. В жизни получается все розовенькое такое. Ну куда я такой яркий розовый буду носить, если только как акцент. И вот этот вот цвет, конечно, вообще бомбе. Уф. Это фольга. Это фольга, девочки. Вот этот суховатый уже. Ну, красивый. Вот этот очень красивый. Немножко дуохромный оттенок. Есть в нем чуть-чуть такого сиреневого, но бледно-бледно сиреневого, розового, даже, наверное, с переливом, с таким жемчужным. Интересно. Ну, вот этот вот, где у меня пальчик утонул. Ой-ой-ой. Так, давайте сейчас более интересный оттенок. Вот этот ряд мне нравится. Так. Может быть, вот этот тоже будет дуохром. Ой, какой слабенький. Какие свотчи были на миниатюрку от... Смотрите, вот I Heart Revolution, вот это вот тесте, да, и какие свотчи на эту палетку. Вот этот цвет мне очень нравится, но какой-то слабый, надеюсь, с кисточкой будет лучше работать оттенок. Вот такой вот цвет. Это не дуохром, это просто вот от этого оттенка немножко передалось цвета. Вот этот очень красивый оттенок, вот он. Просто передается почему-то не очень красиво. И мне кажется, он действительно какой-то немножко дуохромный. Видите, перелив из такого золотистого, немножко розового в нем есть. Ну, короче, вот такой вот оттенок. Как-то пока по свотчам. Вот этот матовый, я очень надеялась на него. Он какой-то странный. Ну ладно, надеюсь, другая палеточка получше будет. Не хочется прям полностью разочаровываться. Может, эта линейка не совсем удачная у них. Следующие три оттенка. Смотрите, какой серебристый, красивый. Ну, тоже. Это такой... Такие тени у них, у Make Up Revolution иногда бывают. Они замыливаются. Вот что-то такое в этом плане. Этот серебристый. Но, смотрите, он, мне кажется, влажное веко будет давать. Эффект влажного века. Так, опять розовенький. Но это уже более приглушенный, видите? Вот этот вот неплохо будет, мне кажется, по свотчу, да? Это. Чем-то похож на этот, да? Любят они, конечно, постоянно такие цвета делать. Ну вот вся в розовой гамме палетка. А вот нижний ряд тоже мне нравится. Наверное, из этой палетки я вот этим цветом буду пользоваться. Вот этим рядом, вот этим. Больше всего я имею в виду. Так, ну, надеюсь, ну, кто знает, может, мне какой-то очень макияж понравится, и я буду всеми оттенками пользоваться, вот такие вот цвета. Давайте сюда сделаем сводч. Слабовато, очень слабо. Вот этот вот хороший цвет, смотрите, вот это очень красивый оттенок. О, наконец-то один, посмотрите, как, видите? Как матовый сразу ложится классно. Вот это я люблю, вот это я люблю. Давайте еще раз. Мне все-таки хочется дать шанс вот этому вот оттенку. Он просто, наверное, слишком суховатый. Может, из-за этого не так красиво ложится. А может, сейчас здесь... Так, фокусируйся. Здесь получше ляжет. Нет. Видите, он слабый. А помните во влоге? Тейсти, эспрессо,
Малютка, вот это моя. Так, она здесь как раз-таки. Вот она. Блин, мне даже интересно, девочки. Давайте сделаем один сводч из этой палетки. Какой оттенок возьмем? Да любой. Возьмем, давайте, вот этот вот. Ой, а... И сразу чувствуется качество, конечно, разное. Здесь более сухая текстура, а вот в этой палетке тени более такие кремовые, матовые, даже матовые. Так, давайте попробуем сделать swatch. Ну, конечно, это совершенно другое качество, сразу видно. Вот, вот этот оттенок, да, из той палетки и вот из эспрессо, малютки этой. Ну, ладно, как есть, так есть уж. Я вообще не знаю, не смотрела обзор на такие палетки, ни разу не видела даже. И как-то не обращала внимания. Говорю же, просто хорошие скидки были. Я решила приобрести, значит, вот такую вот палеточку я себе купила. Вот такая вот гамма, вот чего увидели. И давайте уже перейдем к другой палетке. Пойду сотру руки, прежде чем стирать. Давайте еще раз покажу все цвета. Это было, конечно, вот так вот сделать. Лучше, наверное, было бы видно. Но мне просто удобнее наносить вот так вот, делать сводчи, я имею в виду. Вот такие цвета здесь. Ну и последнее, это из малютки эспрессо. Ну и давайте скорее открывать и смотреть другую палетку. Надеюсь, по цветовой гамме она мне больше понравится. Я уже, честно, не помню. Так, упаковку не жалею, потому что они одинаково выглядят, видите? Та-дам-та-дам-та-дам. Давайте открывать. Ой, ну да, это моя цветовая гамма, конечно же. А тут снежинки, смотрите, на вот этой вот пленочке. Там были одуванчики, а тут снежиночки. Сейчас, секунду, вне камеры я отклею, а то еще испорчу тени. Ой, какие здесь красивые оттенки. Похожий цвет на предыдущий, видите, есть. Но здесь больше красного, как оранжевого потона, что ли. Вот эти вот два цвета очень похожи, да, между собой. Все, перестаю болтать и давайте сделать сводчи. Ну, эта цветовая гамма уже мне больше нравится, сразу могу сказать. Первые три оттенка. Вот это уже хорошо. Это уже хорошо, а это не очень. Но мне кажется, это более приглушенный оттенок, поэтому он не настолько ярко. Вот, при наслоении классно лег. Видите? Далее. Желтенький. Обычный, в принципе, золотистый. Ничего особенного. Бумажку не принесла. Следующие три оттенка. Ой, неожиданно. Прям как будто зеленого потона, да, в этом цвете есть. А вот так вот посмотрите, нет. Как будто он такой бежевый, грязный такой бежевый оттенок. Ай, вот этот вот цвет красивый. А вот тут вот бежевый лег. Как будто нет зеленого. Странно, на пальчике почему-то зеленым кажется. Ой, какой красивый оттенок, девочки. Вот эта вот палетка уже сразу по сводчам, посмотрите. Намного качественнее. Я, кстати, руку помыла, никакого крема не наносила. Поэтому все честно. Все честно. Так, третий ряд. Ой, ну все. Эта палетка мне точно понравится. И цветовая гамма, и посмотрите, какой красивый зеленый оттенок. Их золотистых, конечно, напихает Makeup Revolution. Вот этот оттенок слабоватый, но я думаю, что он и не должен быть супер ярким. Видите, какой жемчужный оттенок. Немножко розового в нем есть. Ой, ну вот это вот сволочи, вот уже, да, совсем совершенно другое дело. Палетка мне нравится. Эту точно не буду советовать никому. А если вам такая цветовая гамма нравится, это пока первые впечатления, конечно же. Не буду пока ничего советовать, просто по свотчам можете сами увидеть. И мою реакцию, конечно же.
Вот это уже хорошо, хороший сводч. Опять желтенький. Так, оранжевый стандартный. Тем не менее, если сравнивать вот Cygard Revolution Tasty, там, конечно, матовые, вот из этой малютки прям кремовые-кремовые. Так, пятый ряд уже, да? Здесь матовые, мягкие, приятные, бархатные такие, но они не настолько кремовые, суховатые чуть-чуть, сказала бы. Ну и слабенькие коричневые. Хотя, возможно, он такой, да и должен быть, кто знает. Вот это вот красивый цвет из предыдущей палетки, похож вот, о котором я говорила, что влажно ляжет, и вот это тоже влажно ляжет. Посмотрите, он очень гладко смотрится на руке. Красивый. Хорошая пигментация. Опять-таки же, я думала, что здесь больше красного будет, а вот так вот по сводчу, смотрите, какой это винный оттенок, да? Жаль, жаль, потому что очень-очень-очень мне хотелось, конечно, больше красно-оранжевых оттенков. Не именно оранжевых, а вот такой вот красный, чтобы в нем больше коричневого было, а не розового. Видите, здесь больше розового присутствует. Это вроде как черный, кажется, но вот так вот на пальчике темно-темно-зеленый, да? Какой яркий. Как это называется? Фуксия, цвет фуксии. Испачкала. Ладно, девочки. А вот так вот по сводчу это не совсем зеленый оттенок. Какая пигментация хорошая у фуксии. Ну и оранжевый. Вот, девочки, все сводчи. Да, эта палеточка однозначно выигрывает, чем это. Видите? Класс. Не скажу, что это какое-то прям уникальное что-то, да, но за такую цену, мне кажется, я, если не ошибаюсь, за одну палетку 6 евро 95 центов отдала. Вот так вот. Так что очень недорого. Ну и за доставку, конечно, заплатила. Мне кажется, за все про все с доставкой вместе я 17 евро заплатила. Мне кажется, это совершенно недорого. В принципе, для палеток Makeup Revolution нормально. Давайте вам еще раз покажу эти тени. Вот они. Вот это мне больше понравилось, девочки. Это мне больше понравилось. Это меньше, конечно. Естественно, мы будем с вами делать макияжи и посмотрим. Возможно, в макияжах мне это больше палетка понравится, чем это. Но нет, я думаю, что мне все-таки это больше понравится. Здесь и зеленый красивый оттеночек есть. И цветовая гамма как-то вот более притягательна именно для меня. Не ожидала, что здесь очень много таких розовых цветов будет. Конечно, здесь есть красивые оттенки. Вот этот, допустим, дуохромный. Надеюсь, кисточкой лучше будет работать. Вот этот тоже дуохромный. А вот сейчас смотрите, как классно набрался, да? Или он не дуохромный? Нет, он дуохромный был, да, он дуохромный, просто сейчас не видно. Посмотрите, как красиво сейчас лег. Ну, на подушечке пальцев все оттенки, по идее, хорошо должны раскрываться. Давайте этот посмотрим, допустим. Да, видите? Какой красивый. Какая красота. Ой, мне еще захотелось вот этот цвет, допустим. Тоже дуохромистый. Слегка. Не прям много, но чуть-чуть есть дуохрома. Вот. Какая красота, да, вот так вот, если посмотреть. Ну, я надеюсь, все-таки, девочки, что просто сводчи неудачные получились, и макияжи будут очень хорошими. Посмотрим, посмотрим. Вот так вот мне безумно нравится, как выглядит. Очень яркие достаточно. Сейчас на таком искусственном освещении лучше видно. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока!